веб есть клиентский. Кому как удобнее. Мне лично удобно клиентский. Потому что браузер, ну, прилично так систему грузит. Особенно если там еще что-нибудь открыто или какие-нибудь дополнения стоят, расширения. Программку запустил, и ты четко видишь, насколько она грузит комп. И, кстати, оптимизирован он неплохо, так, Discord, потому что я видел. При том, что там и картинки, и видео можно встраивать, и всякое разное. Наконец-таки. Капец, сумма лучших уже 10.30, серьезно? Это просто жесть. 10.30, Карл. VR 10.22. То есть от моих голдов всего 8 секунд отделяет VR. То есть я где-то еще уважаю на уровнях, скорее всего. А, ну в принципе да, это ж у меня... Точно-точно. Это ж у меня голды без стратки на 10-м, без стратки на 3-м, без йолоу стратки на 3-м. Ну да, там так и выйдет, я думаю. Может, даже в теории, может, и меньше. Так, ладно. Погнали. Ой, ой, какие-то там хостботы идут, да? Я краем глаза видел. Вообще по красоте было. ЗВК. Отличный ник. Просто шикарный. Такой меня еще не автохостил. Тоже на хроме? В смысле, движок такой же? Да ладно. Вот этого я не знал, кстати. Интересная инфа. Тебе сам ВК захостил, да-да-да. Сам Павел Дуров смотрит. О, какой классный стрим, надо его захостить. Взял и захостил со своего основного аккаунта с двумя подчеркиваниями. Потому что почему нет? Настоящий обрезанный хром. Ну тогда это многое объясняет, если это так. Я сколько хромом пользуюсь, хотя не так давно начал. И он пока очень радует по производительности. Все очень шустренько, быстренько летает. Я думаю, насколько это возможно. Там все оптимизировано. Так, немножко сейф-страток. А то еще энергии могу не хватить. В принципе, да, ее полгоря не осталось, чуть больше. Ну, наконец-таки! Все, погнали. Просто погнали в топ-5. Клевопатного обновления. Что, очередной рыцарь? Или это все тот же? Я просто не слежу. Там должен был какой-то новый рыцарь выйти, играбельный персонаж. Вот это, наверное, оно. А может и нет? Сейчас бы поотвлекаться на чатик, да? Два удара тоже неплохо. Правда, откинуло меня далековато, но... Но тем не менее, this is it, boys. Так.
вверх. Ух, сейчас главное уровень никакой не зафейлить. Меня вот это больше волнует. Босса-то ладно. Я что-нибудь придумаю, я надеюсь. Но вот уровень, если зафейлю, это будет не очень. Уверен, получилось или нет. Получилось, отлично. Да ладно! Просто погнали! Офигеть, это было сейчас такое йолоу на самом деле. Что там, плюс 6 секунд? Чё? Стоп. Откуда там плюс 6 секунд? А-а-а, точно. У меня голд с йеллоу страткой и с квиккиллом. Блин. Офигеть, это 6 секунд разницы. А, ну да, точно. Я ж как-то мерил. Я ж как-то мерил, точно. Где-то 5,5 я считал. Ну вот, да, с погрешностью 6. Совсем забыл. Я думаю, откуда плюс? Ну, это вообще не суть. Ладно, тут квиккива не будет. Раз, два. Очень важно поймать второй удар по боссу. Эй, доку робота спалил. Кстати, он почему-то, да, он стал очень маленьким. Я не знаю, с чем это связано. Я вроде загружал в большом разрешении. А он уменьшился. Ну там, если ты его увеличишь, ты поймешь, в чем смысл этого смайла. Ну, собственно, и по названию можно еще понять. Догадаться. Ух, один пикселев. Просто один пикселев. Жесть. Я просто, да, я просто замолкаю в такие моменты. Так, автоатаки есть, отлично. Сейф его прошел. Да ладно. Блин, почти правильно сделал, только это с полетом делается. Шикарно. Вообще шикарно, лол. Я наконец-таки сделал этот килл в ране. Это после килла, наверное, самый быстрый килл, ну практически. Который можно сделать с тремя ударами. Так, 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 так. Не буду рисковать, пожалуй, тут. Не хватало еще сфейлить такой ран. У него вместо глаз пузыри. Ладно, я проспойлерю, кто не заметил. Пузыри из Супер Си.
Да как я автоатаки-то фейлю? Да... Такой посос, господи. Есть. Да, Блокэддер, этот ран был действительно прекрасен. До вот этого момента. Ну, все еще хорош. Да что ты с земли-то летишь, ну, кривой кот. Серьезно. Да нет, все равно возьму.